Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим Nokia Lumia 925M более детально камеру. Так, поехали. Так, смотрим. Запускаем камеру. Смотрите, фоторежим. Фокусируемся. Это режим со вспышкой. Попробуем режим без вспышки. Вообще. Также пробуем, давайте с вами поснимать видео. Телефон оснащен камерой 8,7 мегапикселей. Оптика Carl Zeiss с оптической стабилизацией. Автоматический автофокус. Смотрите, видите, фокусируется автоматически. Вот видите, фокусировалось. Единственное, что как бы изображение немножко плывет, как таковое, но в целом для модели телефона 2013 года с камерой 8,7 мегапикселя снимает хорошо, я бы сказал. Давайте рассмотрим более детально то, что нас снимали с вами. Итак, видеоролик наш. В принципе, видны на видео даже мельчайшие детали. Снимают качественно. Сразу заметно. Ну, немного плывет изображение. Это единственный, конечно, недостаток. В принципе, для быстрой съемки не особо подходит телефон. Для плавной подходит. Ну, все-таки снимаю это телефон. Так, смотрим. Фото. Ну, просто фото, да, можно тоже увеличить его до такого размера, смотрите, это 8 мегапикселей, ну, фотографируют качественно. Даже видны мельчайшие ворсинки. Смотрите. Да, вообще видно мельчайшие детали. Смотрите. Также, в принципе, можем взять с вами по поводу настроек. Смотрите, настройки фото. У нас есть режим, спорт, ночной и так далее режим. Выдержка. Ротация есть, смотрите. Так. Снимность настройки. Настройки видео. Видео нас снимает 720p по умолчанию, 1080p. В принципе, это самые основные такие настройки по камере. В целом, качеством камеры я доволен. Для телефона за такую цену неплохой. В принципе, в общем, качественный экран. Камера неплохая. Ну, камера, да, немножко плывет изображением.
то, что не понравилось. Но все-таки это восстановленный телефон. Поэтому пишите свои комментарии, предложения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока.